Здравствуйте, вы на канале Модные Шапки Шляпы. Подписывайтесь на наш канал, будьте с нами, а также ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Сегодня поговорим о шляпах и очках. Как выбрать шляпу, если носишь очки? Ищите вашу шляпу и очки, они точно здесь. Среди вопросов о шляпах вопрос о том, как выбрать шляпу, если носишь очки, второй по популярности. Даже если у вас хорошее зрение, солнцезащитные очки летом вы все равно будете носить. А лето – самая пора для шляп. Классика. Не стоит забывать, что и шляпа, и очки – это равноценные аксессуары, одинаково привлекающие внимание к лицу. Следовательно, в первую очередь они должны гармонировать между собой, а не бороться за внимание. Выбирайте очки к шляпе или шляпу к очкам. Лишь бы они были в одном стиле. Очки в оправе кошачий глаз вряд ли подойдут к бейсболке, а зеркальные очки авиаторы – к шляпке-таблетке. Хипстеры предпочитают большие очки в заметной оправе. Пинап девушки – большие очки с уголками кошачьи глаза. Бог и стиль, стиль хиппи украсят круглые очки, как у Джона Леннона. Очки-авиаторы для активных и спортивных. Хипстер-герл. Вы носите очки каждый день и по какой-то причине не можете перейти на линзы. Не страшно, шляпа все равно вам подойдет. Выбирайте шляпу с поднятыми или узкими полями. Она не должна закрывать ваше лицо, оно и так закрыто очками. Ну, если вы, конечно, не пытаетесь спрятаться от этих чертовых папарацци. Как выбрать шляпу, если носишь очки? Ищите вашу шляпу и очки, они точно здесь. Строим из себя звезду и прячемся от папарацци. Это правило отменяется на пляже. Там цель – максимальная защита от солнца. Надеваем соломенную шляпу с широкими опущенными полями и большие темные очки. Звезда на отдыхе. На пляже. Хорошо смотрится, когда очки и шляпа гармонируют не только стилистически, но и геометрически. Очки в прямоугольной оправе больше подойдут шляпам, где присутствуют углы. Круглые очки – круглым полям. Не забывайте про форму лица, и очками, и шляпой можно легко его откорректировать. Только людям с овальными и треугольными лицами позволено все. Английский твид, кепка Гёцби и прямоугольные очки. Котелок и круглые очки. Интересно, что проблема с очками волновала дам во все времена. Обратите внимание на эту прекрасную леди викторианской эпохи, маленькая пенсне почти незаметна, а все внимание приковывает роскошная шляпа. Леди в пенсне викторианской эпохи. В 1960-е годы модельеры активно экспериментировали с образами будущего. Очки, встроенные в шляпы, были довольно популярным мотивом. Назад в будущее 60-х годов. Еще несколько идей на выбор. Примеряйте, ищите. Ваш вариант точно где-то есть. Как выбрать шляпу, если носишь очки? Ищите вашу шляпу и очки, они точно здесь. Желаю быть стильными и красивыми. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами, а также ставьте лайки, пишите ваши комментарии.